Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова, и я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Этот день имеет смысл посвятить подведению итогов. Физические нагрузки должны определяться состоянием здоровья. Телец. В общении с некоторыми близкими родственниками можно поставить точку или, наоборот, открыть новую страницу. Близнецы. В этот день вы можете подвести итоги своей финансовой деятельности. Оцените свое личное материальное положение или степень благосостояния и защищенности своей семьи. Рак. Не упускайте возможности завершить старые дела, так как именно они способны стать основным балластом, тянущим вас в прошлое и не позволяющим активно реализовывать новые заманчивые идеи. Лев. Блестящие новаторские идеи, которые периодически осеняют вас в этот день, еще не могут быть тщательно обдуманы и тем более осуществлены в полной мере. С этим вам лучше просто смириться. Дева. Подходящий момент для того, чтобы изменить направление прилагаемых усилий. Цель, которую вы преследовали в домашней и семейной жизни, в дружбе, бизнесе или творчестве, может исчерпать себя окончательно. Весы. День располагает скорее к тайной, чем к явной активности, подталкивает к осторожным и взвешенным поступкам. Не совершайте лишних движений, так вы сохраните и здоровье, и репутацию. Скорпион. Вашим стилем в эти сутки должна стать умеренная активность. В целом, это удачный день для вас. Он особенно благоприятен, если вы намерены подвести черту под каким-либо событием. Стрелец. В это время вы можете остро чувствовать свою зависимость от других людей – психологическую, бытовую или финансовую. Однако именно эта связь является дополнительным стимулом для вашей активности. Козерог. В эти сутки многие люди, окружающие вас, будут уязвимы, эмоциональны, склонны думать о собственных проблемах, могут испытывать тягу к уединению или пребыванию в кругу собственной семьи. Водолей. Опора на традиции в эти сутки важнее, чем новаторство. Новые инициативы нежелательны. Степень вашей активности может прямо зависеть от состояния здоровья. Рыбы. Стимулом для супружеских контактов может стать забота о детях. Если вы решили всей семьей отправиться на отдых, не выбирайте шумных и многолюдных мест. Поищите более интимную обстановку.